Суд признал экстремистским скандальное издание «Осетина на службе Третьего рейха. Факты массового сотрудничества осетин с фашистами в годы Великой Отечественной войны». В релизе Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики говорится, массовое распространение данного материала может повлечь возбуждение социальной вражды либо розни, напрямую нарушает установленный законодательством России запрет на осуществление экстремистской деятельности. Тираж издания в 2019 году составил 10 тысяч экземпляров. Кроме того, текст был размещен на нескольких сайтах в сети интернет, страницы которых также должны быть внесены в список экстремистских материалов. Определение правового состояния данных информационных материалов как экстремистских позволяет в дальнейшем привлекать к ответственности за их распространение, производство или хранение.